Распластайся, отдохни, выдохни и аккуратненько. Что я говорил, принесу? Ремень. Так, ну что, я сделал. Да? Поэтому видишь, оно как это прямо легко выскользнуло. Ну да. Пошло. Ну видишь, я подумал, что тройка маленький будет. Я пятерку принес. Ну то, что надо. Да, ну, да, сейчас выскочили. Сейчас мы опробируем. Ну, ну да. Вот сюда. А ты два поставил, да? Три поставил. Три поставил. Ага. И два умудрился потерять здесь где-то. Ты как они тут это знаешь, нет? Ну просто это, я думаю, вы их. Когда русского закрыли в камере. Ну это троих разных позакрывали. Ну да, ну. Один жонглировал тоже. Покажите что-нибудь мне, чтоб я не знал. Один жонглировать начал. Шарами. Да. Дали два шара. Это херня. Грохнули. Второй какой-то там что-то катать там начал, прятать фокусы пока. Третий в жопу засовывать. Русского приводит, ну показывает, что-то не поверите. Один сломался, один потерял. В камере никого не дали. Один сломался, один потерял. Шар. Стальные шары. Я один сломал. Вот. То есть поняли, да? Да. Я над ним поработал, так сказать, капитально. И вот эту вот пилку я взял. Не зря, посмотрим, что там и как там. Ну давай, что там еще, цепляюсь. Перед командой сколько надо? Да. Я буду дороже. Ну теперь 200, а я по 40. Старался принести. А ты принести пошел ремень еще один. А, ремень еще. 180, добавим 40. Да, по 40. 220. Она идет 220. Нормально. Нормально идет. А ты пока походи чуток. Ой, подышись. Да. Подготовься. Седина бороду без ребро, да? Ну что сделаешь? Ну только дело так и есть. Ты себе даже представить не можешь сам. Я поставил там возраст 51 скромно. Посыпалось такое количество. А, ты себе поставил 51? Да. Пошли как-то. Что посыпалось, что столько их. Желудей, да? Да, желудей. Ты сначала в себя приди, подготовься, настройся. Начальные веса их пока легко. У тебя первый аж не то, что приподнялся, он выскользнул. Ну а я им как-то подлег просто. Понятно. Главное правильно найти место, чтобы так аккуратно лечь. Все. Проветрили. Хорошо сделали. Ты видал свист? Аж соскальзывает без всякого этого. Скользит? Доработка! А то мы берем по полтонны не замечаем. Скользит, мама. Ну, тут люди одинаковые эти. Хотя тут это не вставлял. А у тебя остались ты еще шарики? Да поищу. Это я. У дядьки заначка была, видно, напрыскиватель шарики эти. Так, 220 и 40. 260 будет сейчас. Ага. Вот. Там насверлил, думаю, сейчас пылесосом. Раз пылесосом начал пылесосить, этот перевернул. Не заметил, засосал вроде как. Разобрал, посмотрел. Сейчас пусть настраивается процесс такой творческий. Вес еще у меня ушел, у меня вес меньше. Угу. У меня был 165. Как у меня? Точно был. А сейчас у меня 95. Хоп! И я тебе смотрю, я к этому никаких усилий не предполагал особых. Это хорошо. Мысленно я как бы думал, что у меня будет норма где-то 97. Таз лежит плотно. Сразу ты вот проверишь, что таз плотненько у тебя лежит. Чуть-чуть. Что-то ты куда-то влез к нам. Вот. Надо, вот он не прям... плотно лежит уже. Ты чувствуешь плотно, ничего там нет. Вот. Вот теперь он более. Thank you.
Паш со свистом. Немножечко там задержи. Ну, что-то, я что-то понял, ну что-то не задержал. Ну, так, ну хотя бы понял. Ну да. Вот. И также плавно опускай. Чтоб ты чувствовал таз. Видишь, они даже отсюда видны шаги. Я его посмотрел уже, да. Видан, да? Угу. Я заглянул сюда, туда. И вот это ухо цепляло, я его отогнул. Да, немножко. Отогнул, оно как-то сразу стало лучше, вот это вот ровненько между этими ухами. Ну еще, сейчас, когда будем делать вот это вот штанга на поясе, мы посмотрим, насколько эти сужаются. Ну это же самое главное для самого главного упражнения. И мы тогда вставим палку. Распорку еще здесь. Одну, именно на это упражнение. Я так думаю, примерно. Ну что, что-то все легко идет, да? Да нормально пока. Пока. Прям легкий. Ну хорошо. Вес уже поприличный, уже пытается привлечь энергию. Из земли вытаскивай. Чтоб через ноги подходило. Распорку. Сейчас мы подумаем, как это лучше сделать, а потом уже сделаем. Ну, по крайней мере, хорошо идет, да? Да, шикарно. Ничего не денется. Пока, да. Как говорит, один друг мой падал с 20 этажа, пока летел, говорит, пока все идет хорошо, пока падал. Можно было уже большие ему цеплять. Не, ну 340 еще нормально. А, куда ты? Ну что, ремень подкладываем? Тебе сейчас было больно, нет? Ну уже я почувствую. 340 мне тогда я капитально. Давай подложим, что-то. Вот оно. Так, тазик все нормально. Умастись. А потом подвижное напряжение сделай, а потом вес. Даже если ничего больше не сделаешь, рекорд уже повторен. Да, сейчас я почувствовал хорошо. Да? Так, состояние пошло. Аж спину накрыло. Перекурить чуть? 350, блин. Помаленький, да? Круто. Два с половиной? 70. На 4? 350. Ну как бы ты уже рекордсмен? Уже подстиг в прошлый раз. Не, повторил. Ну повторил, я же имею в виду. Ну, да. Сейчас ты как раз продавил, энергия прошла, сейчас опять хорошо пойдет. Вот на той тренировке, угу, один раз я почувствовал такой кайф,
Вот первый раз. Вот так. Удовольствие такое получили. Что-то я там, я не помню, о каком упражнении. Ну и я говорю, вот, блин, сейчас прям какую рыбу крупную поймал. Такое удовольствие. Мне понравилось, как это сравнение, то есть как рыбу грустную поймал, как у поручика спросили, поручик, ну вот как у нее, как там у нее? Вы когда-нибудь коня с руки кормили? Вот что-то похоже. Это рыбу крупную поймал. Сейчас настройся получше, нацепи энергию, когда закроешь глаза, подтяни ее в себя и пытайся не просто долануть одними мышцами, а как бы на тебя, чтоб пихнуло. Чтоб не меня пихнуло, а я пихнул. Да, нет, чтобы энергия с тобой вместе выпихнула эту штангу. Ты посмотришь на разницу. Ну тут разница уходит, надо сперва продавить ремень. Не, ну и что? Да, вот я сперва говорю, думаю, что-то уперлось там, блин. Ну зато не так больно. Да. Ну еще больно, да? Ну, чувствуется. С ремнем. Еще и... Нет, с ремнем не больно, без ремня больно. Какие-то новые башмаки прям модные. Это мне подарили, я все равно тебе одену. У меня были, я их сносил. Прочерлись. Сейчас энергия только прибыла. Понимаешь? Ага. А кто-то. И она. Сейчас даже легче может. Вот, и я что. Сейчас снимаем все. Короче. Что ты хочешь? Ставим 360. Большую поставим. Попробуем. Ну, как раз с нее начнем. А вы с ней пойдете. Да, чтобы через овацию вот так вот. Так удобнее. То вы сидите, то я сижу как-то не очень. Нормально, все нормально. Процесс это же такое дело. Ну да. Вот и торопиться нельзя. Торопиться? И размазывать нельзя. Вот 360 это вот. Ну да, машину. Вспомни самый первый день. Да. Ну то ж мы постепенно подбежим. Вот. Ты сейчас только взмокла. Только включился, сейчас попрешь. Ну, хотелось бы. 380 где-то, это как минимум. Сейчас пойдет. Десяточки, лови момент, чтобы не перебрать. Ну да, ну сейчас если 360, то и 20-очку. Нет, просто я так мысленно продумываю. Посмотри. Ты по самочувствию. Можешь прибавить за раз и килограмм 60, такой тоже может быть. Ну да. Я как раз прибавлял. Вот. Видишь, только раз 360, ёбан, 400 надо сделать. И в ответ я сделал это. Как меня привет. Хорошо. Что-то неправильно пошло. Что-то не просто больше. Ну, попылился хорошо. Да. Как-то Дагенов покраснел, мне кажется. Да. Так, поднимаем на две, на одну.
пытаешься без подготовки поперить. Мне кажется, ты низко. Низко? На одну надо. Ты это... С вот этой жало или без нее? Ну и так низко. И так низко. Давай чуть-чуть приподниму. Давай на одну подъем, ага. О, несколько. Потому что тебе не надо его садить, тебе надо просто оторвать. Ну что? Вот это твой вес. И вот это высота нормальная сейчас. И оторвал. Оторвал, но уехал. Значит, не точно лежал. Ну да. Далеко. Скамейку туда просунул. И вот чуть сюда. Вот. А тут вообще как на тренировке легко. Ну да, блин, как будто положение засечено. Ну, на одну ниже, чем у нас. Или нет, нет, положение как лёг. Ах, лёг, да найдёшь. Ты немножко... Ну, ты прочувствовал, как оно поднимается, и ощущение, как... Вот предварительное натяжение, пока не поднимаешь, а так вот напряжёшься, и ты так чувствуешь, ровно ты лежишь или нет. И куда ты давишь? О! Ну, теперь надо, мне кажется, подложить его, да, попону. Попону. Да, потому что, видишь, почти руки у меня прямые. Ну ты ими проверни туда. Куда? Не распрямил? Вот так. А, вот так? А вот да, видишь, да, сколько у тебя сразу получается. Ну, тогда сколько? 120. Ну, что я 150 остановился. Давай, 120. Сейчас у меня голова накружилась. Там, вот, видишь как? На небе. Небольшой перекур делай. Шерсть на небе. Марина, сильнее. С ее фразой. Лови тоже положение. Приятно. Первые разы даже 100 не мог поднять. Ну. Я на пальцем поднял. Вообще-то надо это, когда человек поднимает, как бы сказать, видите, что он не поднимает. Ну да, да? Чуть помочь. И тогда вот эту фишку надо это, они там такое делают. То есть раз. Чуть тронул, он уже пошел. Чтоб так. Она звякнула, видишь? Ну да. Как звякнула. Ну, ставим 150. Сейчас это упражнение такое, что... Надо было чуть вперед пройти, надо потянуться. Вот я подвинул немного, значит. Подвинул? А куда? Да, вперед. Туда или сюда? Сюда подвинул. А сюда, значит, надо было чуть назад. Или привязать к лавке. Чтобы не ехал. Вот. Да.
скотчем примотали. Ну, просто как раз она подъезжаешь, выбирается то положение, где удобнее давить. И сразу нельзя, и долго не надо. Ну да. Надо где-то вловить эту середину. Попробуем рукой. Хорошо сказал. Я посмотрю по самочувствию, как у него пойдет. Сейчас у него легко вырвет. Как богат русский язык. Может, таких смыслов надо. Оборотов наповесить, да? Пошло. Ну да. Чуть-чуть. Буквально вот усилие было, ну я не знаю сколько, ну может 1 килограмм, не больше. Стронуть, да? Да. Ну снимайте, я стол выжму и все. Стронуть только. Ну так, один пошел. А я думал, что если трону, ничего не такого это эффекта. Только тронул, так гоп и сам потянул. Да, да. Тут понятно. Тут конечно. Да, конечно. Приятно. В былые времена. Все, ты закончил. Да, первую стрельбу закончил. Так, сейчас я переставляю эту. Так, сколько вам ставится? Килограмм. Давай. Давайте. Как она тебе? Нет, я на вытянутых ногах стою. Вот подожди, в другую сторону вот именно. Это так, как она и была сделана? Как ниже была? На один. На три? На одну? Да, на одну ниже. Вот, ну-ка теперь-ка ниже присядь. Присядь ниже. Вот. Ну-ка. Вот. А на тот. Ну, давай не этот вес. Так. Так. Где-то еще трет. Где-то еще трет. Да, вот я сейчас явно услышу. Мне кажется, вот. Теперь. Да, да, тут по-моему трет. 160 было, да? Да, 160. Ну, вот тут уже отвертка вообще стоит. Да. А, тут она перестала. Так 160, тогда, если ты это 200 поставишь. 200 ставим, тогда, да. А ты без подготовки. Да, 160. Ну, начну. Да, вот что-то я раззевался. Вот тут, я тоже, кстати. Вот тут она стала тянуть. Так что еще надо 3 шарика. И повторить. А где эта отвертку ты делаешь? Вот она лежит рядом, чтобы не потерялась. А то, что ты будешь тоже сейчас подтянуть. А, ты хочешь отжать? Немножко так вот. Да пока сейчас это ты мало фиксах, она не сильно критична. Ну я почувствовал скрежет. И я. Вот иди, посмотри даже. Откуда она у тебя? Да нет. А сейчас не скрежет. Я тебе скажу, где она скрежет. Вот здесь она. Сейчас я подвинул. Вот смотри, и на уходе приварено. Угу. И прямо вот в самом ниже, со сварочный шов от уха внизу. Вот это, вот там вот терло, да. Угу. Вот там, ну, я увидел. Вот, вот тут надо шарик, наверное, ставить, да? Нет, там шарик не надо ставить. Скорее всего, если мы сюда его поставим, она отодвинется немножко. Ну да. Вот там как заусенец от сварки. Я не говорю, что. Ну что сделаем? А тут нету заусенца. Сколько? Ну, 200. 200 ты доволен, да? Ну давай 230, наверное. Как ты? Ну да, давай 230. 230. То есть это еще отверточка вот для чего можно. Ну
Давай 240 уже надо ставить, да, и все. Что это 230? А, по 40 по все шло, да? Добавлялось. Потому что 340 это самое. Угу. Пойдем, чтобы не задерживать движение. Потом нам надо это посмотреть, когда мы уже начнем, ну, насколько да, она да. тут приближается. Ну да, да, насколько стягивается. А что она получается, перемычка та не держит? Та она держит, она просто тут умудряется прогибаться, то есть вот тут посередине где-то. Да, середина становится как это, вот уходит. Может, сюда. Да, тут надо жесткость вот тут делать еще. И, скорее всего, еще надо вот эти две штуки винтами крепить, чтобы они меньше ходили. Мало этого. Это 40. 240. 240? Угу. 208. 300 поставить лучше тогда. А как ты сам чувствуешь? Ну, давай 300 поставим. А нормально пошло? Ну, вроде как, ну, должен подтянуть. Если на 340 освободимся. Что еще тогда два шарика найди такие? Найду. Поискаю. Ставим. Блядь, думаю, что я забыл? Че? Мел не привез. А-а-а. Твою мать. Да все, помнишь, Ася. Ну вот тогда она будет ровная вот эта. Там примерно 2 миллиметра щелочка. Даже, ну, 2. И тут где-то 2-2,5. Идет пока нормально. 340, кстати. Так, это 300, да, 340. Да. Ну, хотелось пукнуть. Чувствуешь уже, процесс-то идет. Да, потихоньку как-то крепнем, дай бог. Сейчас уже не такой, как в первой тренировке. Первая тренировка мне напоминала, как твой внук говорил. Ага. Трусись. Весь трусюсь. Я тоже ошибся, чтоб мандраж такой. Именно. Сейчас уже получше. Только что-то мне кажется, что может еще на одну очку опустить тут. Это мне кажется, как я там. Не, у тебя хорошо сейчас все идет. Сильно не переживаешь. Отрывается нормально. Она не знаю, отрывается уже хорошо. Пошло, все поднялось. Ну где-то как вот. Не. Закусывает. Закусывает, да. Закусывает все-таки. По сравнению с тем, что было, это практически ничего не закусывает. Я вспомню, как было. Десятку добавляем. 350. По маленькой, да? И хорош. Тут мне пояс прям хорошо обхватил хребет. Ну а как ты запел? Должен задницу было. Ну, значит, далеко взял. Чуть-чуть. Блин, каждый раз все по-разному. Да. Процесс идет? Да. Да пока ты еще не светишься. Ну я-то чувствую. Хребет? Ну там
Не, она хорошо трется. Не знаю. Да, может быть, хорошо. Она хорошо на 500 трется и выше. Вот то хорошо. Я так думаю, что вот в чем-то мы сейчас сделали, что вот это хорошо пошло. А вот это еще сейчас, ну, так... сейчас нам она покажет. Да. По крайней мере, на самом деле. Так я на одну переставлю, мне кажется, что я уже с последнего вытягиваю, уже там на крайнее где-то. Ну смотри, дело в том, что она просто-напросто тебя обжала сильнее на этот раз, да? И стала как ниже. Мне уже, как кажется, как некуда мне подниматься. Ну давай, сделай так. Может, я присел уже. Просто обжала. Она же, допустим, меня обжала, да. Так вот, а когда она обожмет сильнее, то ты уже... Некуда, ну, тебя, да. Да. Ну попробуй. Да я и тот раз на одно кольцо сбросил. Так, ну, сбрасываем 180, делаем выход. Давай 260. Давай. Мы наставим. Хорошо. Нет, то и так много сбросится. Если ты 350 сделал, оставим, да. 260. 90 килограмм. Да. Не-не-не, вот это ж надо еще сбросить. Походи, отдохни. Ну да. Сейчас полегче пойдет. Так, а наоборот, не настроиться, тяжелее будет. Ну так чувствую, меня прихватывает, обхватывает крепко так. Крепко держит. Крепко держишь. Сейчас ты прочувствовал, да, как тебе удобно. Да, да, да. Даже пониже, что можно приложиться, ездить, да. Ну, да, хорошо. Повесь нам как. Вот ваша. А Игорь на... Мне на одну ниже. На одну ниже. Также одного на одну ниже. Ну что, 360 или 400? Давай 360. Не будем, да? Да. Ну, вот эти вот направляющие, они жестко стоят. У них свободные веса, они ничего не сжимают. Немножко мы так раз туда. Отлично. Пусть она рейдет, а похоже. Майкой. Так, ну что, ты сколько закончил? 180? 180, 200. А 200 ты закончил. Да. Это сейчас у нас 140? 140. 160 ставим? Да. А через 20 пойдет. А я вот только вот взмок, только вот как-то это, размялся, нужно сказать. А оно просто на каком-то одном упражнении, в какой-то один момент, может, раз и все, оно пробивает, и сразу взмок. Вот раньше, вроде как, я начал делать, допустим, тоже ногами, а потом такая раз, пуф, пробило, все, и в какие полки. А сейчас что-то надо уже мне как-то... Ну, они не все, да, бывает на одном, бывает на другом. Так, 520, однако. Хорошо.
Опа! Очень даже красиво. Угу. Мне удалось 200 пожать. 180 стоит. 180 стоит. Вот. Я пока на этом тормознулся. Сегодня 190, да я зажал. А по весам я за тобой пойду, как ты пойдешь сначала, так и я, а там до сколько подъеду. Чтоб не менее по три раза. Ты со скольки начнешь? Да ты начни, наверное, со 140. Ты со скольки начнешь? Ну, я обычно со 180 начинаю. Ну, давай, со 180 попробую. Ну, смотри. А ты со 140? Ну, нет, это. Ну, смотри. Меня последнее упражнение напрягает. А, вон оно, последнее. Да. Ну, хорошо. А там вот 100 килограмм. 100, 110, 120, все. Угу. О, пошел назад. Да. Мало, 200. Да. Ну, 200 ставим, пробуем. Сейчас уже больше на Жбатинского был похож. Да? Подрывчик, да. Так, все у нас работает. Камера все пишет. А первый раз даже руками не удержал, вырвало нафиг. Вырвался из штаны. Э-300 без лямок тогда потянул. Ну, правда, раздохватом. Ага. Ну-ка, вот это да, думаю, нифига себе. Ну да. А, сейчас с лямками. Оно уже пошло. Но этот Бойко Борис Николаевич говорит, в Америке запрещено это упражнение делать в гравитационной гимнастике. Говорит, а как же, она столько делает. Она же столько делает. И вот запретили, что она на поясе тяга. Сейчас пробило хорошо, пропотело, все открыло. Это оно по тебе было видно. Вот я напряжение увидел, что ты прямо в пределе сразу. И оно сразу и почувствовалось. 140? 140? Я на 140 закончил. 120? Ну давай. 120. И вот тут еще какая-то работа идет, что вот тут как-то она это разламывается. Да, да, вот именно вот, вот тут разламывается. Тут-то я понимаю. У меня тогда тоже мышь так вот здесь она пошло, и она потом восстанавливалась. Но мне потом идет там позвоночник через день, через два. Да. И я почувствовал, что это как бы. Ну, потихоньку кто-то вот сделал. Без всяких этих. Без фанатизма. Без фанатизма, да. Она идет там. Вот тут вот главное, да, да, вот эти вот мышцы. Обострения идут у меня постоянно, что-то там так, вот с печенки там-то, как дрыстанешь какой-то черной жижей, как будто ты голодаешь. Я просто ромку. Ну, пукнуть хорошо. Потом с еще. Тобой, чтобы не порвалось ничего. Демона погоняй. И вот тут я говорю, вот я вот это упражнение делал еще, оно вот тут вот, вокруг тут,
ага, как-то это напрягается, думаю, так потихоньку стал. Сейчас попускай. Как-то это. И коленные суставы после занятий у меня, вот они как бы сказать, перестройка идет, что-то там такое. Потом раз, дня через 2-3, они все перестают там болеть, вот это, угу. Что-то там меняется еще. Ногти мне нравятся, стали ногти очерченные такие. Раньше у меня такого не было. Ну куда ногти, это явная перестройка. Угу, ногти. Более мощные оргазмы стали. Хорошенько на холке, чтоб лежало. Хорошо. 140. Хорошо пошел, все прям красиво. 60? 150. 150. 150. Такое упражнение, да, да, потихонечку. А то казалось, что понял, а потом начинаешь, а раз и не понял. Угу. Она куда-то уходит, да? Ну да, да. Ты знаешь, что еще делаю, вот, чтобы она это, туда становилась? Ты вот так под нее залазь. Так вот встал, ну и так ты залазил. А залазь под нее вот так вот. Аж. О! Раз! Видишь как? О! А потом уже вот здесь. И получается, что она лежит тут как надо. Тихо. Раз! А то тут да, как-то не хватает этой гибкости. Два. Так что пилка не делай. Надо была. Раз. Надо тут делай. Два. А там этим все говорят. Якобы у них. Ну, самодума, у них магниты там в потолке или как-то. Да, электромагниты. Раз, и вместе штаты ноги оторвались, да, висит на штабе. Так, да, мне. Это ж как в цирке, помнишь, он гири такие поднимает, ребенок выскочил, схватил и побежал. Стой, куда ты? Такую-то гирю схватил. Не понадобилось, что-то другое. Чтобы там меньше ходило, там, скорее всего, еще надо привинтить. С каждой стороны по два этих. То есть вот с этой два и там два. Итого три с этой стороны, ну в смысле три здесь, и три за стойкой. Чтобы оно так держалось. Андерсон, значит, это удержал вес на плечах. Да. 2 тонны 844 килограмма. Самый большой. Круто. Ну смотри, так? Подныриваю? Да. Да, давай туда. Раз. Дальше еще прогибайся. Вот туда, дальше. Удобненько, да? Почувствовал, что туда влезть. Как-то так. Все. Ровненько, чтобы у тебя все было позвоночник. Да, давай, хорошо. Хорошо. Есть. 60 будешь, нет? Нет, хватит. Это упражнение такое, мне дается оно-то. Я не развернул. Как-то. Ну уже как-то я чувствую. Заминка будешь делать? Да, стольник выжму. Да, заминка. Просто отработка техники. Ну да. Я еще почему-то по два раза там, чтобы вот это вот понять, как она давится. С первого раза как-то вроде так, а со второго она уже как по накатанному туда еще как-то. Первый раз я сделал и смотрю на видео. Ну да, грубо говоря, на такую. Сразу же второй, на такую, третью, на такую. Молодец.